Дамы и господа, на телеканале «Россия Культура» музыкальная программа «Клуб Шаволоха 37». Сегодня в гостях авторский проект пианиста и композитора Дмитрия Илухдина «Илухдин Трио». Представители современной культуры Башкортостана в ООН и ЮНЕСКО группа «Заман». При участии команды «Эллингрик Крю». Встречайте, Вадим Эллингрик. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в клубе «Шаболовка 37», единственной музыкальной программе, где всегда что-то идет не по сценарию. Я Вадим Эллингрик, со мной вместе Эллингрик Крю. Представители современной культуры Башкортостана, ВОН и ЮНЕСКО, группа «Заман». Елена, Радмир, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы здесь. Вам спасибо за приглашение. У нас очень свободный формат. Мы можем пообщаться, а потом поиграть, либо вот познакомиться сразу с помощью звуков. А давайте сразу. Сразу звуки. Прекрасно. Yan yan da da.
Елена, а я буду с вами разговаривать или с Радмиром тоже? И с Радмиром, и с ребятами, со всеми. Со давайте всеми можем, да, разговаривать. Представьте, пожалуйста, ваш коллектив. И даже если можно, про каждого, я так понимаю, есть какая-то коротенькая история. С удовольствием представлю наш коллектив. Начнем с Радмира Муфтахина, это руководитель и гитарист группы. А вы с ним однофамильцы или... Мы с ним муж и жена. Муж и жена, это даже лучше, чем однофамильцы. Следующий музыкант нашей группы Ислам Элимбетов, кураист. Кура — это башкирский национальный инструмент. Я так понимаю, что даже на гербе Башкортостана есть курай, да? Это, да, символ. Все правильно. Это символ, Башкортостана. Башкортостана. Видите, как много мы знаем благодаря программе «Клуб Шабловка 37». Вообще, даже есть легенда, связанная с этим инструментом. Человек, который играет на курай, выдыхает из себя негативные эмоции, свое эго. И этот инструмент обладает целительной силой. Я думаю, вы еще не раз его услышите за сегодняшнюю программу. Я вас прекрасно понимаю, потому что, когда играешь на трубе или на саксофоне, мне кажется, твое эго только раздувается. Кстати, да? Немножко об исламе, если можно сказать. Это единственный человек, сейчас не в ущерб тебе говорю, без музыкального образования. Он из далекой башкирской деревни, и с нами он с 18 лет, и мы вот ездим по Европе и по другим странам. То есть, судя по тому, как ислам выглядит, всего несколько лет он с вами, да? Нет, с 15 года. 4 года. Это тебе комплимент был, ислам. И именно мы 8, потому что, когда он играет народную мелодию, то весь зал всегда замирает. То есть его фишка — это вот в сольных композициях народных. Мы можем даже кусочек продемонстрировать. После этого просто невозможно не попросить что-то сыграть сольно, потому что странно рассказывать. Вообще, когда начинают рассказывать про музыку словами, мне становится несколько странно. Мы продолжаем, да, представление вашего коллектива. Айдар Хамзин, композитор и клавишник. Василий Еретин, труба, горловое пение, битбокс. Ришат Рахимов, бас-гитара. Александр Попов, ударные. И Лена Муфтахина, солистка. А что означает название вашей группы «Заман»? «Заман» переводится со старотюркского языка, с башкирского. Время, эпоха. Я думаю, что это очень символично для нашей группы, потому что мы стараемся соединять фолк и современные тенденции. У вас это блестяще получается. Елена, а о чем была песня, которую вы пели? Песня о радости жизни, что песня «Строить и жить» помогает. В общем, важно петь, важно чувствовать и радоваться этому миру. В башкирских песнях в основном как раз всегда вот про позитив, про радость к жизни или про батыров, которые, ну, которые сокрушают все на свое. Ну, все очень позитивно. Можно я поправочку сделаю? Не всегда. Не всегда, не да? В основном, да. То есть очень много в истории башкирского народа и трагических страниц, и этому посвящены отдельные прям очень известные композиции. Просто в формате этого передачи их было бы слишком грустно играть, поэтому мы так старались больше позитивчиком. Я понял. А Елена, как я понимаю, вы башкирка по мужу. Абсолютно верно, если можно так выразиться. Ну, это прекрасно. Ну, а как еще выразиться? Конечно, так. А вы выучили башкирский язык? Вы его знаете? Как у вас с произношением? Я не знаю, ругают ли вас за то, что вы
поете башкирские песни? Я расскажу маленькую предысторию. В 2012 году я встретила своего мужа. В 2015 он предложил мне впервые попробовать спеть на башкирском языке. Я спела одну песню, спела вторую. И уже меня не остановить. Я учу язык до сих пор. Со мной занимаются педагоги по башкирскому языку. И я не знаю. Скажи, есть у меня акцент? Мы работаем над этим. Практически нет уже. Я думаю, что зритель не даст соврать. Башкирский зритель. Елена, «Заман» — это коллектив, который занял какое-то высокое место в рейтинге коллективов «Sans Europe». Вы были признаны группой года в Башкортостане. Вы представители современной культуры Башкортостана в ООН и в ЮНЕСКО. Вообще, каково таким молодым людям жить с таким безумным грузом вот, призов, регалий и ответственности? Это не груз, я бы сказала, это счастье, это достояние, это гордость. И действительно, это наша жизнь, путешествия, гастроли. Мы ездили и в Италию, и в Норвегию, и в Нидерланды, на фестивали, на концерты. Вадим, вы знаете, у нас каждый участник умеет играть на курае. Поэтому, как только мы вспоминаем, что мы представители там-там-там-там, мы берем курай эго, и начинаем играть, да, сразу. У меня тогда вопрос. А Василий Еретин, который у вас играет на флюгельгорне, он тоже умеет играть на курай? Мало того, я скажу, когда мы приехали первый раз в Башкортостан, его сразу нарекли Василием. Есть такое башкирское имя Василь. И, может быть, ты расскажешь о своей поездке в Башкортостан? Нет, Василь, ты начни с того, что ты расскажи, кто ты есть. На самом деле, да. Меня зовут Василий, Василий Еретин. Я трубач, ученик Вадима Симоновича, что с большой гордостью часто повторяю. И благодаря вот этой замечательному коллективу, моему другу Радмиру, Елене и ребятам, я побывал первый раз в жизни в Башкирии. И как-то так случилось, что меня прям за своего сразу приняли. И потом после этого я был ведущим на башкирском собрании, выучил два слова «рахмет» и «дустар», что переводится самые как... Самые главные слова. Да-да-да. Ну, привет, друзья. Вот прости, пожалуйста, а вот горловое пение ты когда освоил? Я тебя точно этому не учил. Произошло случайно. Я не буду вдаваться в подробности. В общем, я был в комнате с акустикой такой специфической. И вдруг понял, что у меня получаются странные звуки. Я начал это развивать и просто... Ну, покажи, нет, понимаешь, я помню, как ты, когда ко мне пришел и начал у меня учиться, ты и на трубе издавал достаточно странные звуки. Вот. Теперь покажи свои странные звуки пения. Мне кажется, что трубачу очень просто это делать. Может быть, вы попробуете? Если я потренируюсь, я тоже так смогу. Мне кажется, да. Ну, спасибо, как-нибудь проверю. Радмир, а похоже это на, ну, вот, на настоящее башкирское горловое пение? Это не совсем прямо аутентичное, но это что-то такое, смесь какой-то, вот знаете, Владимирской области, вот этих просторов вместе с горами Башкортостана. Когда мы были в Уфе, мне однажды за завтраком человек подошел и начал говорить, что я делаю не так, и начал показывать. И сказал, делай как коза. Просто вот делай, как коза. В общем, начал показывать, как делает коза. У меня так не получается. И сказал, что, в общем, это откуда-то из далекой-далекой Сибири. И это, в общем, не узляу. Это вот что-то оттуда. А узляу это что? Узляу это как раз вот горловой пень. Это третье слово Васи, которое он знает на башкирском. Прекрасно. Полиглот Василий Еретин. Да. Мультиинструменталист. О чем будет следующая песня? Следующая песня вообще без слов. Песня настроения, песня-иллюстрация восточного базара, настроение продавцов, песни, пляски. В общем, вы сами все услышите. Oh, take it out.
Лена, расскажите вот про места, где вы побывали, и расскажите самое главное, как вы знакомили мир с башкирской музыкой, с башкирской культурой. Ну, начнем, наверное, с первой нашей поездки в Европу, Италия, Sans Europe. Это было в 2015 году. Мы выступали с песней с колыбельной Айнуре, «Свет луны». Когда создавался этот коллектив, он с той целью создавался, чтобы популяризировать башкирскую культуру где-то вот за границей, за рубежом, чтобы мы могли быть в тех местах, где вообще о нас никто не знает. Как правило, это так и происходит. Когда ты говоришь, что ты с Башкортостана, все начинают думать, что мы другая страна. Приходится объяснять, что у нас... Что у вас российский паспорт. Много, да, что у нас российский... Ну, объяснять, что это Южный Урал, недалеко от Казахстана. Вот они думают, что все... В общем, все вот эти народы, если взять, там, Башкортостан, Татарстан, ну, Казахстан, Узбекистан и так далее, да, что это все монголы. Вот для них одним словом все, монголы. И когда им показываешь, там, один коллектив, второй, они такие, монголы. Поэтому, знаете, это наша такая миссия, да, говорить о том, что есть Башкортостан, что вот у него такая культура. Что есть Башкортостан, а есть монголы. А есть, да, можно их вообще не упоминать. Вот, и... Вот, собственно, стараемся как можно лучше это делать. Расскажите, как в Голландии оказался памятник башкирским воинам? Это очень интересная история. Это был Наполеон. Он захватывал. И он захватил таким образом Голландию. Они свергли монархию, которая была на тот момент. И туда послали башкирских воинов конных, чтобы освободить от французов Голландию. И там есть такая река, по-моему, Вейсена называется. Там есть такой... Маленькое местечко, где идет заворот реки, и там не такое сильное течение. И вот именно в этом месте башкирские воины смогли форсировать реку на лошадях. Да, и с этого началось освобождение Голландии. И вплоть до Амстердама они гнали эти войска. И в итоге к правлению Голландии пришла та монархия, которая оранжевая называется, которая правит до сих пор. И голландцы в благодарности башкирским воинам поставили в этом месте, где... было форсирование реки, они поставили памятник. Огромный памятник, очень большой, башкирского воина на коне. Вот. И мы там были, и мы там сделали небольшой концерт. Приехал мэр города, историки. Много фотографий сделали. Конечно, и видео. Местное радио, телевидение приехало. Даже мэр нашей солистки Елене Мувтахиной вручил значок почетного гражданина города Вейсен.
Вот так у нас была очень теплая поездка. И очень было приятно видеть там на этой реке небольшие яхты, которые, например, назывались «Башкир». То есть у них настолько это в памяти. О чем вы сейчас там споете? А вы поймете, эта песня будет на русском языке. Я скажу, можно я скажу? Вообще большинство из нас родом из Башкортостана, и это край природы, это край спокойствия и тишины. Но вот мегаполис, который нас всех объединил, наша любимая Москва, иногда зажимает в тиски, и хочется вырваться, вспорхнуть, как птицы. Об этом следующая песня. Одинокие без ответа в этом городе огни. Холодный мир, тревога, у нас одна дорога. Слов и мыслей слишком много, я хочу тебя найти. Поток, потоки света, ты не в себе, ты где-то. Одинокие без ответа в этом городе огни. Холодный мир, тревога, у нас одна дорога. Слов и мыслей слишком много, я хочу тебя найти. Взгляды снова словно искрами тени, непрерывно цифрами, пульсом диких птиц, шумных городов. Взгляды снова словно искрами тени, Радмир, скажи, ты музыкант, который получил блестящее академическое образование, классическая гитара. Вот как ты дошел до этого инструмента дьявольского? Я сам еще не понимаю этого, как это случилось. Стою и не верю, что я вообще играю в группе. Мне иногда кажется, что это все не со мной происходит. А еще и группа твоя. Это вообще отдельный разговор. Ну и все-таки, вот когда ты начал играть на гитаре? К классической гитаре я пришел через электрогитару.
То есть как все, ну как многие, наверное, да, там в школьном ансамбле я играл сначала на бас-гитаре, потом у меня был карьерный рост, я вырос до ритм-гитары. То есть у нас такая была градация: бас, ритм и соло, вот так. Потом я стал соло, а потом хотел углубиться побольше и почему-то попал в классическую вот эту всю систему. Но я ни капельки не жалею, потому что я в ней счастлив. И вновь возвращаясь к электрогитаре, уже было более-менее знакомо. Вот как-то так. Не знаю, что-нибудь вы поняли, если это мои Нет, речи? Я прекрасно тебя понимаю. Особенно мне понравилось, как ты шел по карьерной лестнице. И заметьте, что внизу карьерной лестницы находится бас-гитарист. Про это... Привет всем бас-гитаристам. Скажи, а ты до сих пор можешь играть, ну, не знаю, что-то академическое? Представляете, да. А даже на этой гитаре? Ну, это будет, вот знаете, если бы вас попросили сыграть вот на этом инструменте. Я бы сыграл. А, ну вы потому что... Вы... Хорошо, давайте, а что мне сыграть на этом, на этой гитаре? Подождите, Радмир, мы на «вы» или на «ты»? Надо решить. Мы иногда можем быть на «вы», а иногда на «ты». В зависимости от ситуации. От ситуации, конечно. Ну, конечно, если мы сейчас будем играть академическую музыку, то, конечно, надо... На «вы». Конечно, на «вы». Радмир, сыграйте, ну, это, пожалуйста. Это прям, знаете... Ну, хотя бы несколько, какой-то крошечный эпизод. И так далее. Заман начинался с того, что я делал обработки башкирских народных мелодий на классической гитаре. То есть я там выиграл конкурс композиторов, у меня был концерт в Швейцарии, в Германии, а потом я понял, что круг классических гитаристов слишком... Ну, он достаточен, но не такой большой, как бы мне хотелось. И после этого мы собрались в большую команду, и я поменял гитару. Вот, если честно, так это было. Что вы нам споете или сыграете? Мы сейчас споем башкирскую народную песню «Айда Янге». Что переводится как... Действуй, сестра, скажем так. Умою клаку любую янда утей кандиета. Умеркен уте бара икен, айда янге биепал. Умеркен уте бара икен, айда янге биепал.
Если вам нужны новые музыкальные идеи или просто хорошее настроение, будьте каждую неделю в клубе «Шаболовка 37». Сегодня мы с вами прощаемся. Группа «Заман», «Илугдин Трио», «Эленкрик Крю». И есть еще одна финальная композиция, которую мы сыграем вместе. Меня зовут Вадим Эленкрик, и слушайте только хорошую музыку. Ай, дарах, наим, давай, дарах, наим. Ай, дарах, наим, давай, дарах, наим. Харе, хандо, скайм, да, кара, кара, скайм. Харе, хандо, скайм, да.